Ну что, вообще это все интересно. Про шали я завязываю. Мне пришла посылка, и я не знаю, что это. Я предполагаю, у меня есть два варианта. И я так думаю, что это веретено. Мне что-то очень красиво запакованное пришло. Смотрите, как красиво. И это мне пришло от какой-то Татьяны. О, я знаю, это Богородская. Это поселок Богородская, Сергеево-Посадский район Московской области. Это веретено. У-ху! Слушайте, я даже не знаю. Это ж хорошо. И оно, смотрите, как красиво сделано. Боже, чтоб я так вещи заворачивала аккуратно. Я на день рождения людям так не заворачиваю. Как хорошо запаковано. Скажу сразу, эта красота неописуемая. Вот то, что я разворачиваю сейчас. Что вы мне все текстуете? Что вы мне все там пишете все? Скотч такой хороший, намотали его столько. Откуда у меня столько жадности вообще в организме? Я смотрю на количество скотча, намотанного сюда. Мне, конечно, нравится, что мне это все так прислали классно. Но он какой-то такой прям сильно хороший, как видел. Дорогой, наверное. Слушайте, мне первый раз так красиво запакованные веретена приходят. Смотрите. Если бы у меня был хомяк, я бы это положила хомяку в аквариум, и он бы там жил, реально. Пахнет настоящим деревом, оно ничем не пропитано, ни лаками, ничем. Смотрите, какая красота. Вы бы видели, как я упаковки делаю. Мама дорогая, где бы купить художественного вкуса побольше? Ой-ой-ой. Так, клен ты мой кудрявый, клен ты мой какой-то. Это клен, роспись, шаль, веретено, 13 грамм масса, 230 миллиметров длина, 33 миллиметра диаметр. И об этом мастере, который называется, как он называется? Богородская слобода на ярмарке мастеров. Его зовут Игорь. У этого мастера обалденные вещи. И вообще он их делает больше, но это мой индивидуальный заказ. Боже, какое оно тонкое, изящное и красивое. Теперь же мне надо найти тарелочку, чтобы посмотреть, где оно будет крутиться как. И это я попросила их маленькими. Они маленькие, они такие хорошие. Клен, роспись, гжель, веретено, 16 грамм масса, 245 миллиметров длина и 33 миллиметра диаметр. Они самоварчиками вырезаны. И расписаны одно павлопосадским платком, другое гжелью. Так, как мне их показать? Майка голубая. На ней не видно. А как мне сделать, чтобы посмотреть? Красота, правда? Это прям реально самоварчик. О, вот так вот видно, да, отлично. У меня как раз хохлома вон сзади. Это, кстати, самовар дочка моя рисовала. Года 4 назад, наверное. А это павлопосадский платочек. Почему-то он посчитал, что он был слишком темный. Как-то мне от света закрыть камеру. Но мне понравился. Очень красивый платок. Красивая роспись. Сейчас я принесу тарелку, и мы посмотрим, как они крутятся. Так как я в кухне, далеко мне идти не надо. Веретено обалденное.
Вы можете себе представить? Оно крутится. Вы видите, как оно крутится? Боже, это не веретено, это счастье. Мне кажется, я нашла человека. Который делает... Вообще идеального в мире, наверное, ничего нету. Мне так хочется сказать, что оно идеальное. Я вообще не люблю крайние степени, но оно, наверное, идеальное. Смотрите. Так, я должна о нем сделать отдельное видео. Я так тихо подозреваю, да что ж, у меня вечно пух, где-то какие-то волосы в лицо. Я так тихо подозреваю, что это будет крутиться точно так же. Я вообще не собиралась делать видео о придении, поэтому у меня просто обычная кухонная чашечка. Слушайте, у меня уже рука затекла, оно еще крутится, его немножко бьет носик. Но при таком кручении я биение носика ему прощаю. Как-то очень мягко идет, очень легко идет. Я должна попользоваться этими веретенами какое-то время, потому что я не знаю, я не разбираюсь в деревьях, я не знаю, что такое клен. И это первые веретена, которые у меня настолько тонкие. Обычно даже другие мои легкие веретена, они чуть-чуть потолще у основания. И я должна посмотреть, как дерево будет себя... На темном фоне. Вот это вот веретено. Я не знаю, мне теперь надо остальные мои покрутить. Мне кажется, что это одно из самых лучших у меня. Oh my goodness, мне вот это вот веретено. Я все, я люблю уже этого Игоря.